Друзья, всем привет! С вами Сан Саныч. Давно хотел записать это коротенькое видео. Опять информационное видео. Сегодня сделал уже несколько подобных видео. Суть вот какая. Если вы владелец канала и, соответственно, следите за своими комментариями, вы можете видеть, что в спам периодически попадают хорошие комментарии. То есть, что нужно сделать, чтобы они туда не попадали. То есть, почему YouTube добавляет комментарии в спам, непонятно. То есть, также мои комментарии на других каналах частенько попадают в спам. И очень много хороших каналов нередко я достаю из спама. Что можно сделать? То есть, если вы перейдете в панель управления, раздел сообщества, первый пунктик у нас комментарии, где список всех комментариев. То есть вы нашли список комментариев, и вот здесь вот рядом с каждым комментарием есть флажок. Почти с каждым. То есть на свои, конечно, нельзя. Если на него нажать, вот видите, я сам уже выбрал для этого пользователя, поставил галочку. Публиковать комментарии этого пользователя без проверки. То есть для этого пользователя. Тоже вот я поставил. То есть они уходили в спам. Причем один комментарий прошел, второй комментарий пошел в спам. То есть я увидел, что появился комментарий, зашел на него, ответил. Смотрю, что количество сообщений в спаме увеличилось. Зашел, проверил. Там оказался этот же пользователь. То есть публиковать комментарии этого пользователя. То есть периодически заходите в спам, одобряйте комментарии и устанавливайте вот эту галочку. Таким образом, хорошие каналы вы спасете от, так сказать, этого мусора. То есть для своего канала вы сделаете как бы пользу. То есть больше людей будут писать комментарии. То есть теоретически человек написал вам, сообщение ушло в спам, вы ему не ответили. И все. То есть мне кажется, он просто перестанет вам больше писать. Есть такая вероятность. А если вы... То есть нет смысла каждый раз доставать руками из спама. Я вот к чему. То есть нужно отметить один раз вот эту галочку. И все, комментарии после этого автоматически будут размещаться, не попадая в спам. Ну, такое короткое видео. Всем пока, увидимся на канале.